Передовые технологии сельскохозяйственного машиностроения позволяют решать задачи, которые были невозможны десятилетия назад, начиная с посадки и сбора урожая и заканчивая вспашкой и обработкой земли. Эти машины будут держать тебя прикованным к своему сиденью, так что смотрите видео и испытайте на себе их удивительные возможности прямо сейчас. Впечатляющий регулировочный механизм используется для сбора урожая с целого капустного поля всего за один час. Мне интересно, как вымыть эту груду сахарной свеклы в мгновение ока, и уборочная машина Halara BR-2000 может сделать именно это. Вырубка деревьев в городских районах требует аккуратности, вот тут-то и пригодится лесоруб Elliott 450. Теперь ты можешь стоять спокойно и по-прежнему расчищать разделенный кабель. Если у тебя есть птицефабрика, тебе определенно стоит подумать о роботе Starpod. Это инструмент для дезинфекции и анализа состояния окружающей среды домашней птицы. Водитель осуществил мечту о том, чтобы ему не нужно было поворачивать и при этом иметь возможность развернуться. Щемоне – это экологически чистая машина для уничтожения сорняков, которая использует горячую пену для поддержания здоровья посевов. Поворотная ручка – это идеальное устройство для выравнивания и преобразования земли. Этот мощный комбайн John Deere может собирать урожай пшеницы с впечатляющей производительностью 100 тонн в час. Это машина 3-в-1, которая может обрабатывать почву, бороздить борозды и сверлить лунки для посева семян. Ты будешь поражен масштабами этой опрыскивающей машины, которая может покрывать расстояние до 190 футов своими двумя рычагами. По оценкам, она в 50 раз больше, чем у нормального человека. Этот комбайн для сбора чайных листьев, несомненно, выполнен на самом высоком уровне. А иногда они используют эту компактную машину для сбора молодых листьев. Это устройство позволяет фермерам собрать более 300 килограммов миндаля за короткий промежуток времени. Благодаря этому инструменту распределение семян будет равномерным. Это похоже на игру в Тетрис, созданную для сухой травы. Наслаждайтесь заполнением склада без какого-либо ручного вмешательства. Оптимизированный туннельный опрыскиватель защищает растения клубники от болезней и вредных насекомых, гарантируя, что вы сможете наслаждаться пухлой и сочной клубникой. Меня завораживает процесс очистки, сортировки и упаковки апельсинов перед раздачей.
Чтобы решить проблему обрезки деревьев, фермер создал сверхбыструю машину для обрезки ветвей. Подъемник используется для подъема рулона травы, чтобы сэкономить время фермера. Автоматическая система равномерно распределяет порции пищи. Проверьте, как эта машина может восстановить систему орошения поля. Машина Arbus 4000 предназначена для быстрого и эффективного распыления инсектицидов. С помощью 255-сантиметрового стержня большое дерево можно удалить за считанные секунды. Машина для сбора фундука Манчайра эффективно справляется с этой задачей. Робот автоматически удаляет сорняки, которые влияют на посевы сельскохозяйственных культур. Помощник сельскохозяйственного робота собирает урожай винограда для анализа роста винограда. При непрерывной работе пильных полотен сорняки полностью удаляются из сада. Машина с двойной лопатой работает плавно, удаляя сухие корни деревьев. Пока ты изо всех сил стараешься уложиться в установленные сроки, вот робот, который проделал исключительную работу по сбору черники. Линия по тестированию яиц автоматически удалит испорченные яйца. Компания Polpomoshe показала, как она лидирует на рынке. Благодаря расширяющейся системе длиной до 10,2 метра, она быстро собирает даже гору сахарной свеклы. Монстр Брильмайер легко передвигается и собирает сорняки на болотистых участках.
Роботизированная система отлично справляется с задачей оценки качества и спелости плодов. Электрический уничтожитель сорняков определенно станет подарком, который порадует многих садоводов. Эта мощная машина колос собирает и немедленно упаковывает самый аккуратный хлопок. Благодаря точным вибрациям машины на дереве не осталось ни одного яблока. Теперь ты знаешь, кто сделал эти идеальные прямоугольники. А вот как они удаляют тыквы, которые не соответствуют стандартам Хэллоуина. Удобрения помещают под землю, чтобы помочь сельскохозяйственным культурам легко усваивать их. А теперь цыплята будут наслаждаться едой по-военному. Регулярно проводятся работы по благоустройству земель, чтобы повысить способность почвы удерживать воду и питательные вещества. Машина класс Jaguar 970 может одновременно собирать урожай с 10 рядов кукурузы. Это нововведение поможет вам избежать боли в руках при очистке арахиса от кожуры. Мобильная система Herbox 9200 может собирать 70 тонн салата латука в час. А ведь это самые современные сельскохозяйственные машины. Если вы хотите узнать больше, оставьте комментарии о сельскохозяйственной технике, и мы обязательно доставим их вам. А теперь до свидания и до скорых встреч.